В 2020 году в Чувашии запланировано строительство 10 футбольных полей. Одно из них появится в Красноармейском районе. Когда-то в райцентре футбольное поле уже было, но в силу обстоятельств оно оказалось заброшенным. Хотя футбол никто играть не перестал, ведь это самый популярный и массовый вид спорта в мире. И кто бы ни гонял мяч по полю, профессионалы или любители, всем нужен качественный футбольный газон. На сегодняшний день 5 районов отыграли, нашли подрядчик. Один район уже, это Красноармейский, начал работу, и вы видите, уже процесс идет. Средства выделены из республиканского и муниципального бюджетов. В ближайшие 1,5-2 месяца появится футбольное поле современное с искусственным покрытием, с беговыми дорожками для легкоатлетов. Плюс будет тут сектор для метания ядер, снарядов. Искусственное покрытие помогает контролировать скольжение мяча и выполнять подкаты без страха получить травму. Система обогрева футбольного поля позволит использовать его круглый год. Срок сдачи назначен на конец августа этого года. Представляете, люди пришли позанимались. Рядом бассейн, рядом ГТО. Скейт-горки, и там волейбольная площадка. Там это очень здорово же, понимаете, детский смех на стадионе. Пока же юные футболисты тренируются на подходящих для этого местах. Перерыва в тренировках быть не должно. Футбол этого не терпит. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика.